Добрый день, уважаемые друзья, это село Лазурное. Небольшое село, которое уютно примостилось возле моря под горой Костель. И вот отсюда начинается профессорский уголок. Вот именно здесь селились первые те ученые, доценты и прочие доктора наук, из-за которых и назвали этот уголок профессорским. И сегодня будет много моря. Те, кто любит смотреть на море, не разбегайтесь. А досмотрите до конца, я уверен, вам будет интересно. Ну и по ходу дела я пойду не по дороге, а буду стараться идти именно по берегу моря. Вот, чтобы как можно больше моря попадало в кадр. Мне кажется, многим это нравится, поэтому продолжим эту тенденцию и в этом ролике. А также расскажу вам историю тех людей, которые здесь жили. Видите, какой маленький, пробился сквозь камень. Солнышку, как его старшие братья. И по ходу всего видео будем смотреть старые фотографии. Будем сравнивать, как оно было, как оно стало. И вот первая фотка. Это отель «Морской уголок». И первая фотография, правда, фотограф стоял с той стороны и фотографировал оттуда. Но тем не менее. Вот как оно сейчас, и смотрите, как оно было раньше. Я не призываю вас сравнивать, как оно было хорошо или плохо, просто показываю, как оно было раньше. И идемте дальше. Вот так и пойдем по берегу моря, снимая все время море, слушая шум прибоя. И мы потихоньку подходим к Черновским камням. Был тут такой в Алуште почетный гражданин, весьма зажиточный купец, в честь которого и назвали этот пляж. И есть пару старых фотографий. Вот как сейчас. И это место 1912 год. И вон те камни. Сейчас подойдем поближе. Вот видите, вот там вот сейчас еще одна фотография. Никого нет, ничего нет. Эти места раньше были вообще нудистскими. То есть тут обитали нудисты когда-то. Ну а потом цивилизация дошла и сюда. А этот камень еще и к тому же раскололся на две части и является эдаким объектом для фотографирования. А теперь я хочу показать вам два моря. Вот справа это настоящее море, а слева, видите, вот это белое здание, это спа-отель море. А конкретно это помещение, это его спортивно-оздоровительный комплекс. И между прочим, судя по отзывам в интернете, 49 из 50 отзывов положительные. То, откуда мы начали, вот это Лазурное, село Лазурное, раньше называлось Тернак. И вот туда в 19 веке переезжает на постоянное место жительства Мария Александровна Сосногорова-Славич. Да, такая сложная фамилия, двойная. Ее девичья фамилия Данненберг. Данненберг. В переводе с немецкого это значит «сосновая гора». И вот это послужило основой для ее литературного псевдонима «Сосногорова». А вторая часть фамилии образовалась после брака с военным инженером по фамилии Славич. Славич был инженером строительного корпуса. Занимался тем, что строил первые шоссейные дороги в Крыму. И дослужился аж до генерала. И как только появилась возможность, они с мужем тут же переехали сюда, в село Лазурное, бывший Тернак. И в Марии Александровне просыпается дух путешественника. И она начинает с жадностью изучать все вокруг, все это описывать. Потихонечку начинает печататься в Одесском вестнике, а потом выпускает свой собственный первый путеводитель по Крыму. И раньше люди приезжали сюда из-за границы, они тоже описывали свои путешествия, но она пошла дальше, более практично. Она описывала расписание поездов, она записывала, где какие гостиницы, какая лучше, какая хуже, рекомендовала какие-то экскурсии, практические советы давала, советовала, как найти какого проводника, какой лучше. Короче говоря, когда человек, скажем, из Москвы или Санкт-Петербурга собирался сюда ехать на отдых или на ПМЖ,
Вот последний штрих был такой. Надо было обязательно купить этот путеводитель. И в дороге ехать читать, набираться информации, чтобы на месте как-то что-то сориентироваться. В общем, книжонка была весьма полезная. Позже она выпускает второе издание своего путеводителя, где она его перерабатывает, дополняет, потому что меняются условия, появляются гостиницы, цены меняются. А в третьем своем путеводителе она уже начинает дополнять какие-то факты исторические, описывает климат, рассказывает о минеральных грязях, вот эти вот в саках, вот эти лечебные грязи, рассказывает о дольменах, о мегалитах, об исарах, это такие маленькие крепостенки вдоль побережья, ну и прочие какие-то малоизвестные моменты, достопримечательности крымские. И со временем сюда съезжаются, узнав об этом прям райском местечке, различные светила наук, профессора, доктора, геологи, медики. То есть люди, у которых есть какой-то свой общий круг интересов, им интересно друг с другом, есть им о чем поговорить, понимаете? И вот у Марии Александровны появляется новый сосед. Его зовут Григорий Караулов. Он геолог по образованию и историк литературы. То есть он описывает русскую литературу, как-то классифицирует ее, выделяет лучшее, худшее. И он такой же неутомимый изучатель всего и вся, но главное его направление и главная любовь его – это пещерные города Крыма. Какие-то древности, какие-то археологические раскопки. И они очень быстро находят общий язык, становятся соавторами и уже вместе выпускают четвертое дополненное издание «Путеводителя по Крыму». Любопытный момент, значит, когда прошло 100 лет, уже вот 70-е годы 20-го столетия, ученые назвали все эти труды дилетантскими, но в то же время талантливыми, потому что, не имея образования, Мария Александровна старалась делать как можно лучше, но делала это все как-то вот по-дилетантски, с их точки зрения. Но люди, которые жили в то время и ехали сюда с этой книжкой, для них эта книжка была прям как путеводитель, настоящий путеводитель по Крыму. Нужная очень вещь. Так, на секундочку прервемся, смотрим. Это то место, где мы сейчас идем, только фотограф сделал эту фотографию в другую сторону. Мы идем оттуда сюда. 50-е годы. И когда Караулова не стало, здесь появляется новый житель. Николай Алексеевич Головкинский. Вот на нем мы остановимся как можно подробнее, потому что это именно из-за него местные жители стали и называть этот район профессорским уголком. Мария Александровна также находит с ним общий язык, также они становятся соавторами, выпускают пятый путеводитель, а уже шестой Головкинский выпускает без нее. Марии Александровны не стало, вы понимаете. Секундочку, еще одна фотография старая. Как вам, да? Вообще интересно разглядывать старые фотографии на фоне современных видов. Шестидесятый год. Все то же самое место, где мы сейчас находимся. Вот так оно выглядело. Знаете что, давайте я не буду останавливаться на каждой фотографии. Они сейчас будут мелькать одна за одной. В течение этого видео вы их рассматриваете, сравниваете, как оно там раньше было и как оно стало сегодня. А я буду продолжать беспрерывный рассказ, а то это сильно сбивает с толку рассказчика. Так вот, Николай Головкинский. Он родился в Казанской губернии, был седьмым ребенком, поэтому денег так шибко-то и не было, но он все равно окончил гимназию, пошел в университет, отучился 2 года, но не хватило денег. И он записался в армию. Тем более началась Крымская война. Участвовал здесь в Балаклавском сражении и впоследствии был награжден памятной медалью и денежным пособием. Вот этого пособия по тем временам ему могло бы хватить на покупку приличного имения где-то там в средней полосе России и жить в свое удовольствие, рассказывать детям и внукам, какой он был герой.
Но он-то был здесь, в Крыму, понимаете, он видел эти места, ну хотя бы чуть-чуть, хотя бы тот Севастопольский район. И он влюбился в эти места. И поэтому мечтал переехать в Крым. Но зная, почем здесь стоит земля, чтобы ее купить, построить себе дом большой, красивый, он эту идею пока что замораживает. И возвращается к себе в Казанский институт, успешно его заканчивает, отучился, сдал экзамены. Но его почему-то оставили смотрителем минералогического музея при университете. А он же хочет движухи, надо же стажироваться по своей профессии. И я так понимаю, он как-то с кем-то договорился. Наверняка дал кому-то на лапу, как говорится. Его отправили не абы куда на стажировку, а за границу. И он уехал в Германию, потом был во Франции, и через 2 года он уже не просто студент, стажировщик, а в качестве доцента он возвращается к себе в институт и уже сам лично читает лекции студентам по палеонтологии, по геологии, а позже и вовсе перебирается поближе к Крыму, а точнее в Одессу. Также там есть отделение Новороссийского университета, там он также читает лекции уже в качестве профессора, потому что он защитил диссертацию. В общем, человек очень грамотный, и у него профессия гидрогеолог. То есть все, что связано с водой. И он, когда он был в Одессе, он приезжал в Крым уже с научными изысканиями. И вот это он все видел, ему это все нравилось. Он прямо спал и видел, как бы тут вот купить землю, чтобы построить дом. А денег-то не хватает, а хочется, что делать? Ну и он делает такой себе ход конем. Он пишет своему другу, такому же профессору Петербургского университета, Александру Голубеву. Дескать, слушай, давай купим землю в Крыму и будем там жить. А чтобы как-то его увлечь этой идеей, он ему пишет следующие строки. Крым – это один из самых прелестных уголков, какие случалось мне видеть. Только лучшие места за границей смогут выдержать с ним сравнение. Тут есть все, что может дать счастливое сочетание в одном пейзаже. Голубое море, дикие скалы, южная растительность, виноград, оливки, миндаль, персики, дуб, кипарисы и даже пальмы. Пальмы растут на открытом воздухе. А какая тут масса дикого плюща повсюду. Ой. В общем, уговорил он Голубева, и они покупают здесь участок. И Голубев начал заниматься виноделием. Вот тот завод «Маглив» в Лазурном – это его бывшая винодельня. А Головкинский после ухода из университета и переезда сюда – в этот замечательный уголок, начинает заниматься научными изысканиями. Он объездил, обшарил все речки, все водоемы, все подземные, надземные источники воды и составил гидрогеологическую карту Крыма, чем поспособствовал добыче воды на том же Кечинском полуострове. Там была всегда проблема с водой, ее не хватало там. Он начал пробивать артезианские скважины, добираться до подземных водоносных горизонтов и давать людям воду. В общем, он очень много дал Крыму. Мы постепенно подходим уже к границе профессорского уголка. Ну и хочу все-таки обозначить, почему конкретно профессорский, почему рабочий, откуда эти названия взялись. Всему виной, естественно, Николай Алексеевич Головкинский. У него был большой просторный дом, и он никому не отказывал. Кто к нему приезжал из его коллег по работе, из его круга общения, всякие профессора, доктора, биологи и прочие образованные люди, им было интересно, понимаете, они были на одной волне. И он никому не отказывал, все сюда приезжали, а некоторым очень тут нравилось. До такой степени, что они также покупали себе землю и строили себе дачи, имения и целые дворцы. А местные наблюдали за этой профессорской тусовкой, поэтому так и назвали – профессорский уголок. А после революции в 1920 году, когда Ленин издал указ о создании курортов для рабочих и крестьян в Крыму,
все эти дачи были национализированы. И так и появился здесь. Потом, в 27-м году, переименовали профессорский уголок в рабочий уголок, потому что здесь были санатории для рабочих. Вот. А только в конце 20-го столетия, в конце прошлого века, обратно вернули это вот название «профессорский уголок». Но многие так по привычке говорят «рабочий уголок» или «рабочка». Но правильно все-таки говорить «профессорский уголок». Это официальное название. И среди прочих тогдашних обитателей этого профессорского уголка надо отметить купца первой гильдии по фамилии Стахеев. Это был золотопромышленник, меценат, и поэтому он много чего хорошего бесплатно сделал для Алушты. Это с его подачи появилась набережная, Приморский парк в Алуште и много чего другого, поэтому он вошел в состав управления городом. Но были и такие казусы, когда вот началась вся эта вот национализация, он уехал за границу, а потом вернулся, но не в Крым, а в Сокольники. Там у него были припрятаны сокровища, но вывести он их не успел. Его поймали и предложили, либо ты их здесь оставляешь и езжаешь на все четыре стороны, либо сядешь надолго. Он уехал. А этот момент стал прототипом для создания 12 стульев Ильфа и Петрова. А эти сокровища пошли, как говорят, на строительство железнодорожного клуба в Москве, там недалеко от Казанского вокзала. Перед вами второй корпус Крымской ривьеры. Это такой себе спа-отель серьезный. Это его второй корпус, а есть первый. Вот про него я сейчас и расскажу. Нам его сейчас пока не видно, вот это вот загораживает все на свете. А вот так он выглядел раньше, тогда, когда его построили, в 1913 году. Причем его строили с упором на то, что это будет эдакая визитная карточка города. В нее вкладывалось много государственных денег. Ну, хотели сделать как не хуже, чем за границей, понимаете? Там, по последнему слову, техники, лепнина, балюстрады, лестницы, отделка, мебель. Все это было по высшему разряду, не хуже, чем в царских палатах. И назвали ее Ялы-Бахча. А через год случилась Первая мировая. И здесь... В этой гостинице разместили лазарет для раненых солдат. А потом, во время революции, сюда переехала городская администрация, и вообще вся вот эта вот общественная жизнь сконцентрировалась вот в этом помещении. Тут были магазины, кинотеатр, читальня, столовая общественная и первый в Алуште краеведческий музей. Вот. Потом было землетрясение. В 27-м году Ялтинская пострадала эта гостиница, но как гостиница она уже перестала быть. После реставрации здесь организовали санатории. Назвали Горняк. Позже переименовали в Красное Криворожье. Когда пришел фашист, он устроил здесь свой штаб. Но, к счастью, они не додумались его взорвать. И это здание сохранилось до сих пор, и еще оно преобразилось. При Союзе его так дополнили балкончиками, в общем, все красиво. Ну, а в начале нулевых, теперь это Крымская ривьера. А напротив находится здание бывшего Гранд-отеля. Вот еще раз смотрите, как оно сейчас и как оно было раньше. Гранд-отель. Он считался тоже престижным, но... По престижности, по помпезности, по крутизне его перебило вот это, что сзади нас, Ялы-Бахча. И вот да, примечательно это место тем, что тут стоит Никулин, магазин Винторг и надпись на стене, якобы в этом доме снималась кавказская пленница. Честно скажу, я до сих пор толком так и не знаю. Так снимали тут этот фильм или нет? Одни говорят да, другие нет. У кого не спрашиваю, мнения разные. Местные прям доказывают, ничего тут не снималось, неправда. Другие местные говорят, да нет, нет, пару эпизодов снимали. Каких, никто не знает. Может быть, среди моих зрителей найдутся те свидетели того, что реально тут кино снимали в этом бывшем Гранд-отеле, или это все-таки ну, привлечение покупателя в этот магазин Винторг. Я не хочу разбивать ему престиж, но все-таки хотелось бы докопаться до истины.
Вот такой вот она была, Елы-Бахча. Сейчас я перейду на там, тем воротам, покажу еще одну фотографию и на этом пошабаша. Потому что, мне кажется, и так затянул. Но тем не менее. Вот, встану в ту точку, где стоял, примерно здесь стоял фотограф и сделал вот эту замечательную фотографию. Ну что, надеюсь, вам понравилось это видео. А раз понравилось, то как-то тоже отреагируйте, там лайк, подписка, ну вы знаете, комментарии, все. А у меня на этом все. Большое спасибо за внимание. До свидания.